Всем привет! На дворе весна, светит солнышко, а у нас много-много снега. У кого проснулось желание и чешутся ручки что-то сделать, присоединяйтесь к нам на канал VNG Build House. Мы закончили этап укладки плитки. И посмотрите, как мы это делали. А в конце видео не пропустите полезную информацию.
пойдемте посмотрим, что у нас получилось. Покажу вам мою самую любимую плиточку из керамогранита. Так, смотрите. Вот таких вот больших размеров она у нас. 45 на 90. Вот такой вот красивый цвет, благородный. Как вы думаете, сможете вы решить математическую задачку? Наша ванна размер 2 метра на 4 метра. Сколько плиточек из керамогранита у нас ушло? Ну, не буду вас мучить. 19 пачек у нас ушло. Посмотрите, какое у нас красивое сочетание. Пойдемте покажу плиток. Благородного коричневого такого цвета под дерево и северного, такого холодного оттенка серого. Серая плиточка у нас меньше, размерами 30 на 60. Как вы думаете, сколько пачек у нас ушло в серой плитке? Сама не знаю, сама забыла. 17. Вот подсказывает мне мой прораб Геннадий, потому что я не могу все помнить. У нас ушло 17 пачек. Но как-то странно, да? Большой у нас 19 пачек, а вот маленькой 17 пачек. Большая по 3 штуки, а маленькая по 8 штук пачки. Вот и разгадка. Посмотрите, какой у нас красивый дизайн получился. Сочетание цветов. Как мистер Геннадий вот, да, сделал красиво у нас, смотрите, вот оконный проем. Конечно, здесь еще все будет затираться. Это вы сможете посмотреть дальше на нашем канале. Мы будем продолжать. А сейчас мы с вами поговорим о том, сколько же клея у нас ушло. Как вы думаете? 22 мешка. Количество клея зависит от того, насколько ваши стены ровные. И если стены немножечко играют, где-то что-то нужно доделать, то нужно больше клея. Мы думали, что у нас уйдет немного меньше клея, но мы немножко ошибались, потому что всегда нужно брать с запасом, потому что потом приходится ехать в Леруа, еще куда-нибудь, в какой-нибудь магазинчик и докупать один мешочек или два мешочка. Так вот, чтобы такого не было, вы сразу возьмите немножко больше. Потом, если что, пригодится в хозяйстве или вы сможете сдать куда-нибудь. Так вот, посмотрите, сколько же у нас ушло вот таких вот штучек, систем выравнивания для плитки, чтобы оно красиво все было, лежало, да, чтобы потом было вот так вот, как у нас, посмотрите. У нас ушло 1000 штук. А я думала, когда покупала одну пачечку, в ней было 300 или 500 штук. А, 800, да, немного забыла. Ну, девичья память. Так вот, а ушло 1000. И опять нам пришлось что? Докупать. Но это все мелочи. Потому что потом ты смотришь на результат, и тебе хочется еще быстрее что-то сделать. Присоединяйтесь, не сидите на месте. Делайте что-то в своей жизни, делите это на мелкие шаги, потому что когда проект большой, мне казалось, что нет, это вообще невозможно все сделать. А сейчас вот уже прошел месяц, и в принципе смотришь, и уже результат, и уже хочется дальше что-то делать. Так вот, посмотрите, что мы тут еще сделали. Геннадий, мистер прораб, подскажи мне, что у нас тут еще? Вот это что у нас такое? Система скрытого монтажа. О, классно. Посмотрите, мы ее оформили вот в такую вот колонну, можно будет так это назвать. Здесь сама система у нас внутри, вы можете посмотреть на канале, как это все делалось. А здесь, конечно же, будет сам унитаз. Здесь мы планируем поставить раковину, тумбочку. Ну, это уже секретики, которые вы сможете посмотреть потом. Присоединяйтесь к нам, ставьте лайки. Давайте нам советы, мы очень-очень ждем ваших советов. Спасибо, что вы с нами. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Сейчас я